Играете Италией и все, и все по нолям. Италия и то тоже одинаковая команда, я говорю, Pixies Blue Pencil. Италия. Да вы, он статический текст стоял. Автоматически. Нажимай. Хорошо. Все на низком, земля и ноль. Земля. Нет. Ну ладно. Да ладно, все уже. Трава. Ну ладно. Ничего. Да блин! Это в Англии. Полностью по нолям. Ага. Следующая игра сразу скажу. Pixel с ботом. Бот Аргентина. Боты, короче, я тебе сейчас объясню пиксель. Я им только развожу, а они сами бегают, понял? Угу. Все, ты играешь. И поехали. Так, жамлайт белый, красный пиксель злопенджил. И уже теперь разводим. Ух ты, ух ты, ух ты. Он так четко изящно ушел от жамлайта. Опять ушел от жамлайта, жамлайт недоумение. Ух ты! Жамлайт охерел! От Pixel Angel пропустил все, мы надо заканчивать карьеру игрока в Go 3. Угу. Да не тут-то было Pixel Angel. Нормально. Угу. Пробивает. Не пробивает игрока. Так. 1-1. Гоу Лайт против пикселя Злопенджела. Ты же был дурачок, а ты сам его выбрал. Именно за главного персонажа. Ну, один. Слышь, ты меня научи, Джамла, ты же через ОБ стримишь? Нет, а ты вообще стримишь через ОБ? Она, ну... Ну, потом научишь мне это делать. Так. Пикселя Звук Энджела забрали. У него, кстати, один удар в створ, кстати, по тебе, и тот гол. Перекладина. Три-один. Я тебе скажу, Пиксель, играть-то с каждым по три раза. По три круга, ты мне веду. Сначала групповой этап, короче. Только худший не попадает по лоб. Это скорее всего бот будет. Все не узнает. И я там. Ну, у меня сын бота уделал. Посмотрим, что будет. После первого тайма 3-1. Четыре один.
Роджера нету, на поправку у тебя Роджера, может, выцеплю. Как раз Роджер, я смотрю, на все в онлайне, короче, нормально будет. Я вот калашком появлялся. Это в стиле Роджера. Бывает такое, что он скидывает, короче, гол, хотя по сути, по настоящим правилам, а вот ворота не идет в тыл. Успевает выбить. Кто забил-то? Ты забил? А, я просто скрывал. Шесть. Пишу 6-1. Сейчас пиксель ты играешь с ботом.